Илья, слушай, недавно анонсировали турнир UFC 251, который пройдет 12 июля, и карт выглядит очень мощно. Да, сразу три титульных боя, вау, думаю, будет максимально эпично. Да, а главный бой Камару Усман против Гилберта Бернса, как я и говорил, так что тот спор ты проиграл. Кстати, ссылка на это видео вот здесь. Ну и ладно, я все еще считаю, что за титул должен был биться Ковингтон, но сейчас важно другое. На UFC 251 подерутся Петр Ян и Жозе Альдо за титул в легчайшем весе. И я жду не дождусь, когда же Жозе станет чемпионом в новой для себя весовой категории. Вот именно, не дождешься. Петр Ян точно нокаутирует престарелого Жозе, который титульник-то получил за былые заслуги и после двух поражений кряду. Последнее поражение было у него от нынешнего чемпиона в полулегком Алекса Волконовски, а Марлона Мораеса он выиграл. Просто судьи, видимо, смотрели другой бой и отдали победу Мораесу. Все понятно, бла-бла-бла. Может, у тебя есть что сказать по существу? А то пока твои аргументы больше похожи на детский лепет. Давай поспорим, а ребята в комментах поддержат тебя или меня? Ну давай, у меня есть что сказать, надеюсь, у тебя тоже. Жозе сейчас 33. Это хороший возраст, чтобы стать чемпионом в новой весовой категории и провести несколько защит. В прошлом бою Жозе дебютировал в легчайшем весе и сделал это весьма недурно. Он дал жесточайший бой первому номеру рейтинга Марлону Мораесу, и на мой взгляд его засудили. Потому что Альдо для победы сделал больше, чем Марлон, но проиграл раздельным решением. Если мы увидим Жозе в той же форме, что и в бою с Мораесом, то Петру Яну придется очень и очень тяжело. Начнем с того, что Альдо вообще никаким образом не должен биться за титул, от слова совсем. При наличии таких зверей, как Стерлинг, Гарбранд и, собственно, Мораес, который вообще выиграл в крайнем поединке у Альдо, все это выглядит бредово. Я не спорю, что когда-то Альдо был великим чемпионом, но это время уже ушло. И давать ему титульник в обход тех, кто этого больше заслужил, а особенно первого номера рейтинга Мораеса, абсолютно лишено смысла. Да и Ян сейчас на пике формы, он уничтожает соперников и идет на серии 6 побед кряду. Хочется увидеть конкурентный бой с тем же Стерлингом, а не очередной мисс-матч. Жозе победит за счет своего напора. Он показал в том же бою с Мораесом, что готов идти вперед, давить, спокойно принимать удары и возвращать в два раза больше. Также Жозе продемонстрировал отменный бокс, грамотно работая по этажам и двигаясь на ногах. Да и в бою с Волконовски Альдо был неплох. Также шел вперед, но часто нарывался на встречные удары и много пропускал. Если Жозе сможет оказывать постоянное давление и при этом меньше пропускать, то точно победит. Как я и сказал, Петр идет на серии с 6 побед. И более-менее близкий бой был только с крепким Ривьерой. А то, как жестко он вырубил Фейбера, у которого подбородок как кирпичная стена. Воу, этот парень просто на ином уровне. Альдо любит давить, но Ян прессингует еще жестче. Он бьет жестче, может зарубиться, отлично чувствует себя в любом аспекте боя и постоянно выбрасывает жесточайшие удары. Мы уже видели, как Жозе проигрывал парням с подобным стилем. Волконовски, Холловей. Потому для Яна этот бой не будет трудным и вряд ли дойдет до решения. При всем уважении к легендарному бразильцу, Ян сейчас для него недосягаем. Ну и хочется отметить, что Жозе – это прирожденный чемпион, настоящая легенда ММА. Альдо 10 лет оставался непобежденным. Он был номером один паунд фо паунд и бился с самыми жесткими оппонентами. И 10 лет только побеждал. Да, последнее время Жозе чередует успехи и неудачи, но одно неизменно. Он все еще хорош в клетке и все еще достоин того, чтобы быть чемпионом. Потому при правильной подготовке Жозе может стать ночным кошмаром для Яна и самым сложным, непреодолимым экзаменом для россиянина. Ну и самое главное, почему Петр точно выиграет этот бой и станет вторым чемпионом из России, так это потому, что он чертовски жесткий парень. Пересмотрите его бои. Ян всегда в атаке, он работает по всем этажам и использует все возможности своего тела. Петр очень разносторонний боец, он может вырубить оппонента любым известным способом. Прекрасный бокс, сильный кикбоксинг, хорошая борьба, отменный футворк вкупе с огромной мощью делают из него настоящую машину для уничтожения соперников. Универсального солдата. А его локти, бэкфисты и хайкики словно здоровенный гвоздь, вбитый в крышку гроба, где покоится мечта Альдо снова стать чемпионом. Ян, конечно, силен, но кого он побеждал? Стариков, которые сейчас на спаде? Да, да. И теперь у него на мушке очередной старик, которого он уберет. А позиция Альдо говорит сама за себя. Он всегда дрался с лучшими. Он намного опытнее. Так что твой Ян разобьется об Жозе, как волна об скалу. Ну-ну, успокаивай себя сколько угодно. А я пока подумаю, против кого Петя будет проводить первую защиту своего титула. Вы, ребят, как думаете, кто будет следующим соперником для будущего чемпа из России?
Пишите об этом в комментариях. Ну и напишите Илье о том, как сильно он ошибается. Кто прав, узнаем 12 июля. А это канал It's Time. Обязательно подпишись и прожми колокольчик, чтобы не пропускать весь тот огненный контент, который мы для тебя готовим. И пробей свой бойцовский лайк. Это Илья Герасимов. Это Иван Неумин. Пока! Покеда! Так я скажу вау. Ты вот так вот должен сказать. Да, сразу три титульных боя, вау. Вот так? Вау. Сразу три титульных боя, вау. Это же... Давай, все. Только ты не заряжи. Не заряжи. Все. Давай.